А вот и та самая водка, которую пьют в Кремле. К сожалению, название я вам сказать не могу. Это та водка, которую пьют сейчас. Обычная, 40-градусная, никакая не беспохмельная. Просто благонадежная. Жидкость особого назначения. Это водка повышенной безопасности, так как она сертифицирована Федеральной службой охраны Российской Федерации. Саморазрушающаяся пробка, бутылка ручной сборки. В этом году работникам Кремля эту водку принесет Дедушка Мороз. Итак, что в этом году будут дарить в Кремле? Как известно, лучший подарок – это книга. Только в этой книге жидкое содержание. Это для мужчин. Для женщин тоже книга, только здесь шоколадки. Шоколадкам шампанское. Ну и, наконец, новинка этого года – плюшевый медведь.